Только в конце прошлого года Владимир Путин подписал закон о запрете жестокого обращения с животными. К сожалению, в Чувашии уже есть те, кому можно применить по нему самое строгое наказание. Сегодня в одном из садоводческих товариществ Чебоксар обнаружены убитыми 7 щенков и несколько взрослых собак. Просим отойти от экранов детей, беременных женщин и людей со слабой нервной системой. Убитых животных обнаружила хозяйка одного из дачных участков, которая их кормила. Она обратилась к правозащитникам, которые помогли вызвать полицию. Приехали и увидели то, что лежит вот одна собака, получается, взрослая, и 5 щенков, которые, ну, видно то, что это было жестокое обращение. По характеру травм видно, что это не самозащита или действие недовольных большим количеством собак-дачников. Собак убили с особой жестокостью. Делом занимаются правоохранители. Их комментарии в завтрашнем выпуске программы «Республика».